завтра капитальный ремонт, переселение, тема концессии. И уверен, что в плане его визита все темы будут затронуты. Обязательно, наверное, будет посещение того мусорного перерабатывающего полигона, который есть на сегодняшний день. Если уверен, что также его интересует вопрос о концессии Саратовского канала, который, вы знаете, постановление уже подписано, в ближайшее время будет объявлен конкурс, потому что та ситуация, которая есть сегодня, она, конечно, уже морально устаревшая сеть, и необходима модернизация. Ну и те мероприятия, в рамках